Не преуспевал 1981 по 1992 год. Провел 189 матчей, пропустил 228 голов. Номер один вратарь Валерий Голубов. Чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, двухкратный серебряный призер чемпионата СССР. Не преуспевал с 1985 по 1992 год. Провел 165 матчей, пропустил 149 голов. Номер два. Защитник Андрей Жигин. Серебряный призер чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР. Серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионата.